что я вам хочу сделать? Я хочу сделать, во-первых, багаж бесплатно. А, а для этого мне нужно знать их confirmation. Американский фен у меня прическа такая у меня, видишь, пышная. Ты Клаудия Шифер. Ее фирма Шифер кладет. Да? Спросили, сфотографироваться можно? А, конечно. Сейчас я возьму багаж. Только не забудьте про багаж, пожалуйста. Можно сфотографироваться? Да, и все, и остался багаж. Такое уже было, у нас один раз в Риге. Просто вот самолет, вот багаж стоит. Thank you. Да. Вот вы первый раз приезжали, тут Дельта эти. Ростовые фигуры ваши такие. Сейчас тебя за сексизм. Да, с ростовой фигурой. Сорок минут, так что уже надо там. У нас еще надо ехать на поезде. Карла Маркса тогда едем в очередь. Нормально, едем в Майами. А вот они сделали дорогу, дорогие. Вот молодцы. Сочи. Сочи пока. Нет. Не Майами. По буквам смотри. Да. Следующий Д. Это что? Детройт. В это бабушка. Бабушка. Что это? Нет, это бабушка. Я серьезно, ну что, так вот на поезде до Майами? Класс. Я так обычно по своей квартире передвигаюсь. У меня метро, очень большая площадь. На завтрак еду минут 15. Да, у меня такое же все. Это И? Эй? И. Пытаюсь понять, что у Макса с локтем. Ну, стер ковер. Это операция ковер. Макс. Я не знаю, что. Но это явно что-то интимное. Не заразное. Мироместинчик. Нет, это не мироместинческое. Нет, это не заразное. Это типичные следы от ковра. Понимаешь? Это страсть. Страсть к ковру. Максим, пожалуйста. Максим позвать на ковер. Максим. Максиму позвать на ковер, спросить, что за операция ковер. Почему у тебя локти были вчера стертые? Мы считаем, что это операция ковер у тебя. Чем ты занимался? Это что-то интимное? Нет, это мой обычный ритуал. Знаменитый музыкант Анус Янг. Да? Просто мы стесняемся, Максим, тебя спросить. Да, пожалуйста, пожалуйста. При каких условиях ты получил такие серьезные травмы локтей? А, это вот про это говорит, что с рукой? Да. Кошмар. Это очень эффектно выглядит. Честно, Максим. Ты, Шурик, за во всем все, что ты скажешь, я признаюсь. Или ты моление, тоже, да. Прощение. Все тоже. Вымаливал прощение на колени. Все ваши религиозные примочки, я все за. Я и совсем виноват, извиняюсь. Ты ребята. Пьешь, куришь, занимаешься анонизмом, да? Да. Все, вступайте в церковь Битва Аллилуйя. Место силы, любви, добра и надежды. Для того, чтобы прилично выглядеть перед концертом, я сегодня с самой ночи просидел в спа. В смысле, спал. Даже не просидел, пролежал в спа. Вот так правильно говоришь. И это помогает мне от всех недугов, особенно от скуки, лени и от ненависти к музыке. Рапид? Давай в рапиде иди. Мы опаздываем. Две
звезда чешского рока. Шип. У меня проект называется. На сцене Кремлевского дворца. Брс! Лифт! И зал кричит. Брс! 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 Зал сканирует в едином порыве. Хорошее, ну, нормальное настроение. Я всегда перед концертом вот видишь такое вот расслабленное. Ты знаешь, я в азартные игры как-то не люблю. Игрушка, которую я использую для того, чтобы успокоить себя перед концертом или там занять время в перелетах. Вот я играю, вот у меня такая вот игра. Не сочтите это за рекламу. Моя работа – это азарт. Вот для меня что самое главное. И мне кажется, что свой выигрышный билет я уже вытащил. Теперь просто самое главное – это все не проебать. Не беспокойтесь, все будет очень плохо. Что я могу сказать? Спалился? Мы видели твое настоящее лицо. Видели тебя без грима сейчас. Да, я именно тот. Темная личность. Иллюминатушки. Они отличаются чем-то наши концерты или нет? Мне кажется, они отличаются только тем, что каждый концерт все круче и круче. А, вот так. Ну, энергетика, она... Я не понимаю, как вы это делаете. Мы продали душу дьяволу. Мы просто договорились.